У меня иногда от скина многое зависит. Ну что, у нас финал тут... Мелина. Венеров, ребята. Это явно одна из самых сильных Мелин, которых я видел. Да, но он очень хорошо и грамотно держит дистанцию и знает, когда нужно подойти, а когда не надо подходить. Да, и, там соответственно... вот эта техника бэкдэш. Да-да-да. Тем более у Мелиночки хорошие бэкдэши, почему бы и да. Не закончил сейчас серию, и хорошо, потому что серия в блок это... Спасибо за фоллоу. Таджик, добро пожаловать. Таджик, ты что, от меня отписывался, что ли, я не поняла сейчас? Или у меня глюканы? Так. Ребят, финал Венеров. Глюканы? Нормально. Все-таки тут не прокатят такие телепорты, да. Да. Сразу же да. Наказание за дайв. Есть раунд за СМК. Кузи. Маленький котик. Да. Ну, пробил, конечно, броню, но да, это много урона это не добавляет. Ну да, то есть там усиления не было. Если бы было бы усиление, то, конечно, там еще и КБшечка была бы. Да. Хорошо, Сай взлетает. Так. Все еще держит дистанцию. Все еще не подходит. Отличный ОП, просто. И продолжение. Чистый да. Блок. Ой, замечательно. Техники на скилле как-то все-таки СМК выделяется среди других. Да. Игроков. Есть спокойно. Другие прям не делали ПБ, но он как-то более стабилен, да, в наказании. Да, в итоге СМК против Позеста. Финалочка. 1-0 в пользу СМК, пока. Что-то не особо прыгается. Ну, если дропа сетки не будет. Ой, господи, боже мой. Так. Ой, кактус. Кактус еще на 250 рублей поднял призовой, написал, уговорила зубастенькая, все же я не совсем тебя разлюбил. Спасибо, кактус, большое. Киллер, привет. И куда ты идти играть? Осуждаю за барашка. Так, ребят, давайте только без вот этой вашей фигни и токсичества. Так. Все-таки не побоялся нажать телепорт. А, да. Каким-то чудом здесь промахивается атака чистого блока. Да, активация маленько подкачала. Но то, что не рядом был, поэтому, видимо. Ну вот уже лайфлит, да, и, не, наверное, не захочет СМК сейчас отходить. Тем не менее, продолжает закидывать Сайю. Ничего не боится. Не только френдли агрессии. Только френдли агрессии. Хорошо, заморожка, я вас поняла. Так, и раунд за позестом. Да. Так, спокойно тут. Вот, хорошо следи. Так. Есть. D1 не зашло. Назад один тоже не зашло. Разминает немножко. Но здесь Позест уже более аккуратно, кстати, начал играть. Больше в блоке сидеть. Больше шляп. Есть телепорт. Что? Да, это было странно. Это очень странно было. Да, Таджик, есть призовой фонд. Ой, ну да, тут, конечно, переиграл. Угу. Переиграл и уничтожил. Я уже сбилась со счета, правда. Там уже больше 7000 призовой. Вот. Ну так получилось. Ну да, так получилось. Конечно, не часто Позест это использует, но когда он
задерживает шляпу на близкой дистанции и тащит ее немного к себе. Вот в такой ситуации обычно он выигрывает размен. Да, там грамотно так все. Там просто сложно что-то сделать против этого. Держу. Так. 5000 было от нас, и уже больше 2000 накидали зрители наши, уважаемые. Ай? А, да, 2800. Получается, 7800 на данный момент составляет призовой фонд. Добьем до 8? А может, до 10 добьем? Да, добью, конечно. Позастеню время, дропай сетку там. Да-да-да, позаст дропай сетку. Они просто хотят под конец. Да-да. Так, разминает опять СМК с Сайми. Просто перепрыгнул такой. Ноги не зашли, наказания нет. Хотел прыгнуть, но... что-то не случилось, не срослось. Попрощение. Пока что зонятся, ребята. Ну, да, отзонивают друг друга, но... Время от времени получается у Позеста перепрыгивать Саем. Да. Но тут просто отличная комба была, конечно. Сейчас перебил хорошо прям. На вторые, на вторую группу Сай не налетел. А нет, смотри, перепрыгнул. Угу. Он в углу, но... Ну, в принципе, да, на мели не подходить, это на самом деле такое себе счастье. Вот что бывает обычно. Все пытается Possessed прожать эти телепорты, но они не всегда срабатывают, потому что СМК все-таки находит... способ их аашить еще и дальше продолжать. Подтверждать. Боже, если так подумать, какая же страшная херня эта циркулярка. Ты можешь сделать телепорт, пока она стоит. Можешь прыгнуть вперед, сделать дайв-кик. Ты можешь кинуть шляпу. Можешь просто подойти. Можешь просто подойти и сделать захват. Да, вообще же. Какой мой любимый персонаж гангренно? У меня Соня, Синдел, Китана. Сейчас главное, чтобы в тупую ФБ не нажал. Да! Сказать про Possessed, он же уже так делал несколько раз. Ну да. Тут ФБ заходит от СМК. Жесть вообще. А я не думал, спасибо, я, конечно, за фоллоу. А, ребят, так... да, давайте без оскорблений, пожалуйста. Что-то рок на вечерок, не говори, Грабка. Где-то мы это уже видели, правда? Почему сразу сраная терпила на мелине? Просто терпила. И тогда это как бы и не оскорбление. Ну, в целом. Скорее стиль игры. Да. Но на самом деле МК-11 это игра про терпение. То есть это не как в МК-10, где ты просто хреначишь и забиваешь противника там в углу и так далее. Вот, здесь больше терпения, и вот оно. Усиления не было. Да и там более такой размеренный, чуть помедленнее, чем в МК-10. Да, ну мне кажется, даже намного. Тут просто особо не закомбишь без метра, поэтому нужно как-то более рассудительно его тратить. Ну да. Не повелся сейчас СНК. Да, Клифхоп был опасный. Мог, конечно, открыться после него. Угу. А, просто... просто в наглую Саи кинул, и они зашли. Есть захват. Бросок. Будет ли камбэк? Слушай, ну тут чуть-чуть совсем осталось. Конечно, он закинет Саи здесь. Но он еще боится. А нет, да, посмотри, дождался. Просто перетерпел. СМК понял, что Кун Лао понял, что СМК будет кидать Саи. Да. Поэтому СМК не стал кидать Саи и посадить сделать телепорт, а СМК только этого и ждал. Ребят, давайте, пожалуйста, реально без оскорблений. Ну, токсиков нам хватает. За мелину, в принципе, такой геймплей, да.
У нее хорошие саи. И все. У нее только есть саи. Больше у нее ничего нет. Даже лаунчевого РТП нет. Я офигел, когда узнал, что у нее ролл. Причем я не сразу это узнал, а вот она вышла там, прошло несколько месяцев. И я такой, блин, ролл — это мид. Я такой, типа, чё? Я всегда думал, что это лоу. Ну да. Но у нее, видишь, еще есть раскат грома, там, по-моему, оверхедная тоже штука. Если я не ошибаюсь, конечно. Йола, перекатик еще есть. А вот, раскат грома, он как бы по урону больше. Ну, насколько мне ребята говорили. Я сама не проверяла. Я с раскатом не играю. Есть квик-хоп. Ой, отличное ПБ было, но оно не зашло. Потому что хер знает, как и работают эти атаки вергона. Угу. Вот теперь зашло. Просто зачем ты бросил? Ну, он просто не ожидал, СМК не ожидал, что сейчас зайдет. Да, поэтому... Не то ты сделал. Господи. Там все мид, да? А. Да, они тут два попрыгунчика, блин. Тоже буду брать милины и всех донить. Вот и все, вот и все. Да если бы СМК только зонил, он тут еще и со стагерами играется. Ну да. Ему еще приходится дохера вот этих вариантов атаки от Кун Лао с пилой угадывать. Это ж вообще... То есть, то есть. Будет ли камбэк? И передвигается вот СМК очень хорошо по арене на самом деле. 2-2, ребят. Блин, слушай, но прям до конца. Прям ровно. Там, кстати, от заморашки все, капец, я приехала. От СМК хороший микродак был. Он там наказание сделал, но позест прожал из ворот. Это прям очень красиво было. Текен мне не нравится, тупая мясорубка. Да Текен, он, знаешь, так, для развлекаловки больше. Ну, по крайней мере, я в него для развлекаловки играю. Реально микродак в чате. Что говорил Айтипедия про Текен? Это просто игра, гораздо легче в ней мешать. Да просто ты пришел с друзьями, что-то там нажимаешь, и у тебя получается комбо. А Mortal Kombat сложно, там не получится делать вот вот комбо. Ну да, тяжелее. Да, ага. Там надо уже что-то заучить. Настоящий хардкор. Кейси? Кстати, да, от СМК мы сегодня Кейсичку еще не видели. От ГГ топ. ГГ топ, да. Когда ты анимечник. Анимечник. Анимешники, блин. Ну что, сейчас будет решаться, будет ли сброс сетки или не будет. Михаил, да? Ай! Джонни жив? Видимо, нет. Закончился Джонни. Чего? Мы про Джонни спрашивали, жив ли Джонни. Ну, у тебя просто так клёво это... Получается его пародировать. Мне нравится. Кстати, вот. Я и совсем не заметил, что тут свап на Кисси Кейдж. Я только об этом уже 2 минуты говорила. Я выпал из реальности, похоже. Выпал? Бывает. Посмотри, что он сделал. Это больше выйти из угла, гениально. Да. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ну, это попало бы в хит. Да, они никому не нравятся абсолютно. Ну, нет. Ладно, найдут там пара человек. Да-да-да. Так, ладно, комментируем так. Да, мне пошли пистолетики от Кейси Кейдж. Пытается немного контролировать пространство. Есть чистый блок. Запубешил дайвки. Господи, что он творит? Ой. Ай.
Это было больно на самом деле. И просто на неждан 1-1. We stand. Ну, матчпоинт для СНК. Я выстрелил, попали в хит. Да. Что? Просто джебом перебил телепорт. Что творит СНК сегодня? На за два. На за два это было? А мне показалось, что джебом. Ага. Тратит ФБ. Скафандр. Ну, блин, не знаю, тут, конечно, придется еще много дэмджа нести. ФБ на вейке. Ой, да ладно. Забыл, он реально нажал это. Он реально это нажал. Да. Отлично, вылез. А у него здесь есть передислокация. Это может помочь против шляпы, но... Нет! Просто под ножку. Ладно, получается, не зря ФБ потратил. Да, матчпоинт для обоих игроков. Либо, да, либо ГГ. Стар, привет. Как дела? Прыжки, прыжки, прыжочки. Ой-ой-ой-ой, как хочет позы с дропсетки-то, а? Хорошо, Мегра догнал, но где, 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 где наказание? Ой, опасный момент. Есть ПБ, есть Д2. Есть конферм! Просто это было божественно. Есть. Вот это камбэк! Да. Обалдеть! 3-2, ребята, 3-2. Обалдеть! Да. Это удар по яйцам. Да. Боже мой, что они творят? Вчера первый раз увидел, что происходит, когда... А, ну да. Ну что, ребята, поздравляем СМК с первым местом. Заслуженно, чё. Да, заслуженно, это был нереально крутой камбэк. А вот, по Зеста поздравляем со вторым местом. И... поздравляем с третьим местом Китану Кан.